200 лучших работ воронежских фотографов представлено на выставке в Воронежском областном художественном музее имени Крамского «Отражение». Авторы попытались взглянуть на сегодняшнюю фотожурналистику через призму когда-то мятежных идей передвижничества, связанных с именами наших великих земляков, всемирно известных художников Николая Крамского и Николая Ге. Поэтому органично фотоработы современных авторов перекликаются с работами художников-передвижников XIX века. Передвижники писали свое время, своего рода это был мятеж определенный. И, наверное, вот то, что мы попытались представить здесь, на этой выставке, это тоже своего рода такое. Это и перекличка, это и традиции, это и какой-то особенный взгляд на сегодняшний день и на сегодняшнюю действительность. Каждый автор фотовыставки «Отражение» подарит Воронежскому областному художественному музею имени Крамского по несколько работ, которые пополнят его богатую коллекцию. Познакомиться с великолепными фотоработами можно до 30 марта.